Привет, с вами снова я, Мария Мамаева. Сегодня мы отправляемся в Великое Герцогство Люксембург. Общая площадь Люксембурга составляет 2586 километров, что делает его одним из самых маленьких суверенных государств в Европе. Глава государства – Великий Герцог. Согласно Конституции, он единолично осуществляет исполнительную власть, определяет порядок организации правительства и его состав, утверждает и обнародует законы, назначает на гражданские и военные должности, командует вооруженными силами, заключает международные договоры и так далее. Так что же посмотреть в Люксембурге? Пожалуй, самый изящный национальный символ, который встречается среди европейских государств, это и Люксембургский мост Адольфа. Казематы Бога. В Люксембурге, несмотря на огромное количество подземных дворцов, одной из главных достопримечательностей с 1933 года были и остаются казематы Бога. Стоит заметить, что в Люксембурге три официальных языка – французский, немецкий и люксембургский. Да-да, есть и такой. Ну, а это здание с охраной, дворец великих герцогов. Как можно понять из названия, это резиденция герцога Люксембурга и его семьи. Первоначально здание выполняло функции ратуши. Семье великих герцогов ее отдали только в 1945 году. Дворец окружен церемониальной охраной, она несет круглосуточный караул. Хотя, если честно, к вечеру охраны мы уже не наблюдаем. Закрыли. Больше денег кончилось. Зачем я видео сниму? Ты опять шпионишь за мной, да? Ты хочешь сказать, что вот это вот все самое пещера? Ну вот и все. На этом наша прогулка по Люксембургу окончена. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.